Короче, в этом медведе заначка моя. 2 штуки баксов. Сколько? Ты чё? 2 штуки. А, так вот почему я по нему так скучаю. Что ж ты сразу не сказал? Пристегнитесь, мы опаздываем. Никита, делай, что хочешь, но чтобы этот медведь сегодня же вернулся в семью. Как? Иначе плакать будешь ты. Мальчик, дай, пожалуйста, Мишку. Здравствуйте еще раз. Вы извините, что я вашего ребенка напугал. Я просто хотел... Это мой медвежонок. Я задержу его.